можете выбрать победителя конкурса Junior Eurovision 2019, проголосовав онлайн. Как это работает? Давайте разберемся. Неважно, откуда вы. С 22 ноября вы можете проголосовать на сайте junioreurovision.tv, где уже находится превью всех выступлений. После их просмотра вы можете отдать свой голос за 3, 4 или 5 понравившихся вам участников. А если участвует и ваша страна, вы можете поддержать своего соотечественника. Онлайн-голосование остановится перед концертом 24 ноября. А когда будут исполнены все песни, возобновится еще на 15 минут. Ваши голоса направят специальной комиссии, которая преобразует их в зачетные баллы. От голосования зависит лишь половина конечного результата, другая зависит от жюри. Как обычно, побеждает песня с наибольшим количеством очков. Поддержите своего фаворита! Проголосуйте за него онлайн!